Эй, приветствую, дорогие друзья, с вами Ангрей. Надеюсь, что сегодня в вашей душе станет чуточку теплее с игрой Loot River. В рамках первого взгляда мы ознакомимся с этой игрой. Посмотрим вместе с вами, заодно подпишемся на канал. Видим, что игра зависла. Также посмотрим на долгую загрузочку. Кстати, пишите, как вы сегодня какали. Loot River непростая игра, но в ней есть простой режим, в котором от атаки любым оружием нужно уклониться. Сниженное количество способных шеломить противников. У противника меньше здоровья, и они носят меньше урона, повышенного. Ага. Короче, это какой-то... Это ворот назад, так понимаю. А, можно так? Это хотя бы забавно выглядит. Оружие это на боковые кнопочки. Квадрат это менять оружие. Короче, наша центральная база это как пазл какой-то. Просто все. А в чем соль? Это еще и такой. Мини-пазл получается игра. Ну, он вроде меня ранил, а может быть и нет. Записка. Легкий запрос. А, господи. Записка по поводу атак. Понял вас. Короче, здесь все деньги. Пока, я так понимаю, враги не самые сложные. Записка. Гантли определенно сошел с ума. Неужели он не видит, что здесь нечем править, кроме зараженной воды? Можно, кстати. А это я мечом орудовал все это время, когда я его копьем. Фига себе, урод. Короче, сразу же какой-то босс. Ну или просто более сильный враг. Не получается парировать, да хрен его знает. Вроде один раз получилось. Да, просто более сильный враг появился и все.
Каждое оружие уникально. Так, ну этот уже мне урон точно нанес. Ручки ставину вверх. А, хилка. Ну слушайте, это должно понравиться любителям Dark Souls. 100%. Прям вот сплю и вижу, как ты. Блять! Ну это что-то, конечно. Ага, яд. Понял. Ну как сказать, понял. Пососали, гандоны. Можно двигаться? Такая, это интересно, зачем? Ну это, вот это понятно, зачем. Но даже сильный удар, кстати, их не убивает. Но, блин, опасные, капец. А как мне? Так вот. Ну, слушайте, то, что это плюс... То, что это плюс такие еще головоломки, это у меня серьезно. Блин, это эти челы гении. Они смогли разнообразить Dark Souls. Они мои верные подданные. Жопа настала твоим верным подданным. Сундучело. Зловонные лохмотья. Воротник праведника. Легкое снижение урона. Активирует двойной рывок. А, блин, это классно. А, при этом я бросаю. Ну, это ж Dark Souls, как бы. Чё удивляться, что мы избавились от предмета. Здесь можно на маленькое приплыть. Правда, это не сильно что-то мне дает. Пошел в жопу. Ух ты, лаги! Лаги! Что за херня? Вот оптимизация все, да? Вы видали, сколько у него ХП? А хилок-то у меня больше и нет. Но все равно понравится. Но, как выясняется, для этой же игры железо нужно далеко не самое слабое. Пиксельная женщина, возможно, мать. Как говорить? Может, и не конец.
Аста обладает особыми свойствами. Узнать о них можно и записать. Ну, в принципе, я думаю, да, фанаты соус-лайков будут кайфовать от этой игры, потому что, ну, умереть десяток раз на этом боссе, конечно. Кто профессиональнее и так далее, он быстрее справится, кто... Кого просто может даже просто не вести какие-то моменты, или он будет как-то в управлении теряться. Ага. Это прям соус-лайк. Классикали. Фрея. Не возьми себя кем-то особенным, только что. Ты не первый ее подчиненный, не последний. Ты бессмертный, но умирать все равно чертовской болью. Плюс тебе немного знаний, как послушная собачонка. Короче, прям ноль уважения. Можно курочек убить? Хорошо, наверное. Ой, бля. 9. Погладить курицу. Ко-ко-ко. А вот и она, Ифис. Стала холодным и одиноким. Остальные помогли мне принести модель. Даже бар за своими деянием песни, так что же снова. И любые артефакты найдешь, за помощью вы можете управлять на мир, который пробудется в следующем. Понятно. Блин, опять лаги. Ой. Бляха-мух. Походу, эту игру долго я записывать не... Дурак. Суап. Выглядишь до того, кто только что умер. Согласен. Полагаю, она тебя подлатала, теперь ты в полном здравии. Слушай, теперь ты часть цикла, так что постарайся получить от этого удовольствие. Сейчас смерть будет гораздо веселее. Это кто вроде алхимик. Ты доверишь мне на свое количество. Опять лохмотья. Чё он делает? Так, ну я подожду, пока яд исчезнет. Бля! Это серьезный враг, если что. Ух, подлагиваем как. Так, ну что, друзья, на этом тогда, пожалуй, мы и закончим. Игра не очень хорошо работает. В принципе, для первого знакомства с ней, думаю, вам достаточно. Кому зайдет, смело качайте, покупайте. Все зависит от вас только. Это были души. Кстати, значит, сначала. А как тут? А, вот и вы наша менюшка, да? Наша оружка, хилки. На, ну, души здесь знания и монеты также будут. Индикатор, который пока хрен да маленько. Даже на левел, так понимаю, пока не насобирал, да. Вот. У нас тут все максимально стандартный какой-то персонаж. Не удивлюсь, если в дальнейшем можно будет и других каких-нибудь создавать. Что ж, друзья, можете поставить свой Dark Souls кастический лайк. А, понял, понял. Он ему защиту дает.
А также оформить подписку, потому что, в принципе, это не первая Dark Souls игра на канале, с которой я... Господи... Знакомлю... На самом деле, обычно они не такие лагающие, честно, были. Тут прям все по жопе пошло. Ладно, лучше здесь. А, левел, кстати, получили. Интеллект. Магия, выносливость. Ловкость. Скорость атаки. Блин, вот это надо. Ну как все по Dark Souls. На единичку вкачались. Вот. Свой интерес к этой игре я могу поставить, наверное, где-то 5 баллов даже, на самом деле. Мне реально понравилась система пазлов. Вот этих вот. С ними наверняка будут связаны и загадки в дальнейшем. Ну, блин, серьезно, они очень сильно разнообразили Dark Souls, при том, что основная суть Dark Souls это просто страдать, плакать, кричать, вырывать волосы на яичках. Вот. Короче, какой-то мастер по эпиляции решил так вот вопрос, видимо, решить, создав эту игру. Dark Souls там или Demon Souls самую первую, да. Так желаем здоровья, счастья, любить себя, любить своих близких. Постарайтесь хоть чуть-чуть полюбить людей вокруг вас. То есть этого не делать, мир так и будет складываться в клаку, поэтому в конце каждого дня я даю задание, которое может быть абсолютно каждый для улучшения нашего, скажем так, мирка. И завтра, когда проснетесь, обязательно улыбнитесь, друзья, и подумайте, что вы никому не хотите вредить, никто не хочет вредить вам, и жить просто... Жизнь с другими всеми людьми живется в гармонии. Всем на этом спасибо и до следующих видео.